Вы смотрите Бигги Шоу, и сегодня мы снимаем длинный челлендж. Вика! Всем привет! Вы смотрите Бигги Шоу, и сегодня у нас длинный челлендж в Back to School. Да, на этот раз папа нам подготовил задание на школьную тему. Мы с Викой по очереди будем тянуть записочки. Один рисует блинным тестом, а другой угадывает. Тот, кто угадывает, зарабатывает балл. И вы, ребята, угадывайте вместе с нами. Да, ну что, поехали! Наши сковородки уже раскалились. Вика, давай скорее узнаем, кто будет первый жарить цветные блинчики. У меня вон тут ага. Все. Давай. Раз, два, три. Раз, два, три. Тяни аккуратно. У тебя уже дым идет. Мне жарко. Давай скорей. Не показывай. Спрячь. Я вот тут буду. Мы сейчас вместе с вами будем угадывать, что Вика нарисует. Я готова. Готова? На старт. Внимание. Пошло. Минута пошла. У Вики есть ровно минута, чтобы нарисовать то, что ей выпало. Вау, какой красивый цвет. Так. Телевизор? Нет. Хотя нет, это на школьную тему. Компьютер? Нет. Так, давай еще. Окно? Нет. Кричит мне как. Что это? Корзинка? Сумка? Нет, нет, нет. Карета? Нет. На карету похоже. Но... Все, время вышло. Ну, не знаю, похоже или на карету, или на окно. Или вот так вот смотришь наоборот, это какие-то бантики, какая-то коробка. Больше у меня нет идей. Не угадала я? Даже рядом? Ну, что? Это был школьный автобус. No. А почему три колеса, ты мне скажи? Потому что второе и еще четвертое не поместилось. Ребята, если кто-то из вас угадал, поставьте лайк. Ну, Вик, совсем не похоже. Ну вот, где оттуда свет, вот откуда газ идет. Где газ идет, покажи-ка. Все равно, ну прикольно. Давай, моя очередь, сейчас ты будешь угадывать. Не подглядывайте. Вау. Старт. Фиолетовый, мой любимый. Ну, я... Тебе подсказку дам, это может быть любого цвета. Любого? Как бы сделать? Я не знаю, но они бывают разные. Так, что сделаем? Смайлик? Нет. Телевизор? Нет, что рисую, сама не понимаю. Вот что так. Это? Ну, мне на это надо залить. Сейчас я немножко подожду, пока это тесто пропечется. Вик, давай, это школьная принадлежность. Ну, какие варианты? Куда все складывают? И? Как его там? Ну, ты близко, ты рядом. Как его там? Вот так я залила и с той стороны. Вот это карандаши были. Да, да. Ну, как это куда все складывают? Ну? Вика у нас только-только. Сегодня первый день у нее был в школе. Но... Второй день. Но 1 сентября не считается. Сегодня был первый учебный день. Ну, куда все складывают? Это на букву П. Пенал. Да. Ты же пенал имела в виду? Да. Да? Смотрите, сейчас я переверну. И с той стороны будет очень красиво. Оп. О! Ну, это даже на тетрадку похоже в какой-то степени. Ну что? Ты молодец, ты угадала? Да, мне очко! 1-0. Я сейчас засеку время. Что? Как тяжело? Мне опять не повезло, да? Пошла! Как там тебя? Так. Да. Ботинок? Видимо, рядом. Давай, еще рисуй. Вот этот хочу еще добавить. Вау, какой цвет красивый. Но это рядом с ботинком, да? Что да. Это? Сапог. Давай еще детали, скорее, Вик. У тебя еще... Сколько тут? Еще немножко времени. Валенок, сапог. Что это? Рога. Если это не ботинок, кроссовки? Да!
Круто! Давай перевернем. Опа! Ой! Ой, это улитка! Смотрите! Это улиточка! Улитка! Как мило! Не подглядывай! И... Это очень нужная вещь. Старт! Время пошло! Очень нужная, да, вещь. Без нее в школе никак. Я знаю. Подожди, как ты знаешь? Сейчас. Но? Есть идея? Сумка. Рядышком? Рядышком. Портфель? Да. Портфель. Yeah! За полсекунды Вика угадала. Портфель. Что тут еще можно было дорисовать? Даже не знаю. Но вот ты молодец. Ручки, которые вот так можно делать. Mm. Да. Вот так вот, да? Пробую так. Чик. Чик? Чик. Похоже? Да, и колесики. Ну, это же не дорожная сумка. Ну, не подглядываю даже. Не смотрю. Нам не показывай. Опять что-то сложное. Легко. Все? Раз, два, поехали. Опять что-то фиолетовое. А каким же цветом еще? Самый мой любимый. А теперь мне понадобится черный. Ого, ну-ка. Слушай, у тебя черный прям сливается со сковородкой. Тетрадь? Близко. Книга. Да! Причем раскрытая книга, да? Да, и вот. А это, ну, это слова. Да, надписи. Прикольно. Круть, я... Очень довольна тобой. Не смотрю. Как бы что-нибудь сложненькое. Мне вот легкие хотели. Вау. Загадала сложное, сейчас будет сложное. Время пошло. В школе знаю, что самое сложное. И что же? А вот сейчас узнаю. Это вот так? Ну что, есть идеи? Так, кружочек. Домашнее задание? Телефон? И не телефон. Но это кнопочки, да? Да. Айфон? Нет, Вика, в айфоне где ты видишь кнопки? Здесь добавим вот такие вот кнопки. Телефон, часы? Но Вике, конечно, сложно это угадать, потому что она этим предметом не пользовалась ни разу. Как ты мог? Где солнечные батареи? Все, время вышло. Где солнечные батареи? Вот так. Да. Ты года в 3 или 4 раньше баловалась, эта штука не могла оторваться. Ну, давай. Я же тебе насыпать, то я не понял, куда она звонит. Вот так красиво выглядит. На букву К. Компулятор? Компулятор! Точно! Компулятор! Можно я вот так залить? Да, Вика, молодец! Это калькулятор, правильно? Калькулятор, ты угадала. Мне кажется, ребята тоже угадали. Это да, я имела это в виду. Сейчас я переверну, мне очень хочется посмотреть, как это все выглядит с той стороны. Ну что, смотрим, как калькулятор выглядит с той стороны. Калькулятор. Здорово. Круть. Красиво? Да, я знаю. Мне кажется, это мой самый лучший рисунок. Какой же... Сейчас. Самое мое любимое в школе. Да? Ну что, готова? Интересненько, что же у тебя самое любимое в школе? Какие-то червячки. Желейки? Нет. Может, ты в школе желейки хомячишь, а? Нет. Единички? Нет, но ты близко. Счетные палочки? Нет. Я нарисовала поменьше. Реально, счетные палочки вообще не отличить от настоящих. Мама, ты же знаешь, самая легкая. Не знаю.
И один самый толстый. Вообще у тебя какие-то песочные часы получились. Или ложка. На ложку еще похоже. Вик. Ну давай. Не угадала, что ли, я до сих пор? Ничего ты не угадала еще. Ой, все время вышло. Это получается несколько штук? Да. Но мне еще все цвета надо было. Ну, я не успела. Карандаши? Да! Yes! Какие-то они у тебя часы. А что один жирный какой карандаш? Да? Я говорю, это не карандаш, это ложка. Смотрите, какая форма тут ровная. Так. О! Ну, это проще простого. За 15 секунд максимум. Сделаю гламурную. Старт. Давай. Ну, что это будет? Какая-то большого размера. Так. Есть идея? Нету. Пока что. Айс немножко, конечно. Пианино? Нет. На клавиши похоже. Похоже, но... Ай, чуть сливается. Маленькое, большое. Да, не совсем то, что я хотела нарисовать. Ну давай, это школьная принадлежность. Да. Мне кажется, ребята угадали. Ай. На какую букву? Ну, на букву Л. Ну, я согласна, у меня плохо получилось. Не совсем то, что я хотела. Но! Я не знаю, ну, что это. Ну, сложно угадать. В общем, Вик, ты не угадала? И что это? А вот с этой стороны более-менее похоже. Линейка. Ребята, вы обязательно напишите в комментариях, кто сколько рисунков угадал. Какой же мне выбрать-то? Ну, давай. Все? Катня. Можно смотреть? Готова? На старт. О! Внимание! Старт! Если легкотня, значит, я должна угадать. Так, что это? Буква О. Нет. А ты какое-то слово пишешь? А, нет. Вот это какое-то не очень. Что это? Похоже на птицу. Не похоже. Ну давай, еще. Что это такое? Вот тут должна быть дырочка. Сейчас я ее сделаю красивой. Ну. Вау, зеленый такой красивый. Ну я понятия не имею, Вика, что ты рисуешь? Вообще все вылилось за границей у меня. Вик. Ну да, еще детали. Все, время вышло. Говорит, на какую? Нет, нечестно говорить. Рогатка? Вик, ну это... Похоже ну, на рогатку. Два знаю. Кольца, два конца, посередине гвоздик. Ну это совсем... Ну я знаю, что такое два кольца, два конца, посередине гвоздик. Ножницы! Да! Но папа подсказал, не считается. Прикольно, таких ножниц я еще не видела. Я так старалась, я думала, что это самые красивые ножницы. Так. Вау! Старт! А Вика знает, что это такое, папа? А? Я забыл, что ты должна нарисовать. Сейчас я думаю, ты сейчас поймешь. Мне кажется, Вика не знает. Так время идет. Мне кажется, вообще никто не угадает. Что за... Вот именно, что железячка. За... Железячка. Да, железячка. Это подсказка. Что тут еще можно? А, или такая подсказка? Какая-то секта? Секта какая-то, да. В общем, эта вещь делает вот это. Как ровные круги. Да. На букву С. Ну, ребята, все уже угадали. Давай. Циркуль. Да, циркуль. Давай, выбирай цвет. Время пошло. Вау, какой красивый. Очень красивый. Так, мяч. Нет. Давай скорее. Так. Интересно. Что? Какие варианты? Давай, угадывай. Озеро, болото. Без понятия. Это не болото вообще-то.
Давай школьная принадлежность. Школьная принадлежность. Клякса? Нет! Ну, клякса. Ну, что это такое может быть школьная принадлежность? Не знаю. Дерево? Нет. Мороженое? Нет. Мороженое. Все, Вик, время вышло. Нет, я у меня вообще никаких идей. Между прочим, похоже. Давай. Ну, вообще в голову ничего не приходит. Говори. А это... Говори, я не знаю. Это был глобус. Ну, похож, мама, глобус. Ну, немножко. Земля. Океан. Да. Материки. Как-то вообще-то все в единичном количестве. Один океан и два материка, Вик. Проще простого. Старт! Сердце? Нет, не сердце. Или попа. Так, сейчас. Давай, Вика, только ты это дождешься, ладно? Пока закончится время. Сейчас молчи. Я прям красиво хочу сделать. Ой! Пока я не знаю, мама, что это. Но красиво получается. А потом я скажу, что мои значит. О, ну что? Ну, мне кажется, нет тех, которые не угадали. Да? Краски! Да, палитра красок. А мои были. Каждый охотник желает знать, где сидит фазан. Вау! Это так красиво. Точно. Смотрите, я залила все желтой краской. Один в один, да, как настоящая палитра? Да, очень только красиво. Белым. Ну, да. Очень красиво. Так, ай, рвется, не рвись. Опа! Вау! Так красиво, только желтенький слился. Ну, очень здорово. Это второй мой лучший рисунок. Обалденно крутой. И в этом чаджи победила я! А мама постаралась, чтобы Вика победила. Обязательно подписывайтесь на наш канал, у нас всегда весело. Всем пока-пока и до встречи в новом видео. Пока-пока. Идем кушать блины? Я чур палитру кушаю. Я чур мой глобус. А мне что? Палитра моя. А мне те черные кокульки, да? Как хочешь. Вау. Вау. Это так круто. О, я знаю, как это должно быть. Все, я кушать хочу. Подожди, пап. Мам, вот так сделай, вот так ровно. И? Будет красивое сердечко. Вот так, что ли? Да, смотри, наведи канал. Палитра сердечко. Согласна?